Всем привет! Сегодня вашему вниманию обзор камеры KeyVision купольной под названием DC2CD2543G0ES 2.8. С названием мы видим, что камера 4-мегапиксельная, с режимом VDR, с SD-картой, с входом и выходом звука и с фокусным расстоянием 2.8 мм. В коробке с-под камер находится следующее оборудование: диск, мануал, крепление для камеры на стену или на какой-то потолок, пакетик, в котором находится ключ, звезда, небольшая такая тряпочка, фибра для протирки стекла, линзы, метизы для крепления и винты для данного кронштейна, небольшой сальник и наша камера. Данная камера частично сделана с пластика, частично с силумином. К камере подходят кабеля питания 12 вольт, Ethernet PoE, кабель аудио, вход и выход, и кабель тревоги, вход и выход. Также на камере, на задней части ее, видим небольшой лючок. Если мы снимем данный люк, то на нем найдем не слот под SD-карту, не какую-либо кнопку сброса на заводские настройки, а наш микрофон. Вот для него отверстие для съема звука. То есть в камере всего у нас в этой два входа аудио. Один вход аудио через кабель, второй вход аудио через встроенный микрофон. Что очень удобно для установки таких камер в каких-то офисах, помещениях, каких-то охраняемых территориях, внутри зданий и тому подобное. Если мы снимем крышку камеры, то обнаружим следующее. Шлейф у наших входящих кабелей. Один, второй. Светодиоды. Два, которые находятся слева, справа от линзы. И на крышке для них есть прозрачные такие люки. Дальше. Здесь есть еще какой-то шлейф подключения. Очевидно, это съем видео. Здесь есть кнопка сброса на заводские настройки. Вот она находится. И здесь есть слот под SD-карту. Степени свободы у камеры несколько. Берем небольшой винтик, отжимаем. И видим, что камера может вращаться вот в такой плоскости. Может немножко вращаться в своем креплении. И опускаться вниз вот по этому пазу. Технические характеристики данной камеры заявляют о том, что камера 4-мегапиксельная. Фокусное расстояние, исходя из названия, 2,8 мм. ИК-подсветка, небольшая с двумя светодиодами, бьет до 10 метров. То есть явно камера не уличная, пригодится она только в помещениях. Два входа аудио, один выход аудио, как уже было сказано. Питание. Общая потребляемая мощность 12 Вт. При этом питаться может как от PoE, не PoE плюс, а PoE, так и от 12-вольтового источника питания. Защита камеры IP66 и K08. IP66 позволит нам камеру ставить на улицу, но мы вам не рекомендуем этого делать. Настройки данной камеры, как и прочие камеры KeyVision, можете глянуть в нашем отдельном видео. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.